Давным-давно жил-был богатый купец, и была у него любимая дочь, звали которую Белль, красавица. Однажды жестокий шторм потопил все его корабли с товарами, и семья его разорилась. Но удача вновь улыбнулась купцу. Дети, мы спасены! Нам нужны новые наряды и духи. Составь список. Не забудь ничего. А тебе что привезти? Всего одну розу. На обратном пути заблудился купец в лесу, и вдруг открылось ему нечто удивительное. Хозяева дома? Да здесь все подарки. Почти. Которая изменила их жизнь. А сокровищ тебе мало? Для кого эта роза? Для моей младшей дочери. Он сказал, жизнь за розу. А если его ослушаться? Тогда нам конец. Всем. Белль! Стой, папа! Отвези меня в замок и оставь там. Мое имя Белль. Я вручаю вам свою жизнь взамен батюшкиной. Не вздумайте убежать отсюда. Лес не выпустит вас. Чей это замок? Замок, и все в нем мое. Вы отвечаете, как все мужчины. Я разочарована. Я могу выполнить все ваши желания. Под одеждами принца скрывается чудовище, дикое и одинокое. Что вы обо мне знаете? Ничего. Вам спокойнее никогда не думать о прошлом. Вы правы. Я хотел бы забыть об этом. Откройте сердце для любви. Если я отвезу вас в замок, вы заберете остальные сокровища и покроете дом. Если вы не вернетесь, я умру. Отпустите меня к нему. У меня только одна просьба, только одно желание.